Посмотрите, как готовят игроков за рубежом и как готовят у нас. Да, это показывают все юношеские чемпионаты Европы, отборочные все турниры к ним, да, молодежные чемпионаты Европы. Тут разница видна. Так знаменитый орловский футболист и тренер Сергей Кирьяков комментирует простой вопрос: чего не хватает российскому футболу? Как выяснилось, проблема в качестве подготовки спортсменов. Именно на этот пункт делают ставку столичные динамовцы, презентуя в Орле свою детскую футбольную школу. Сейчас вот мы пытаемся через вот такие открытия школ, ну вот, возродить вот это масштабное, да, динамовское движение по региону, в том числе и Орел. Новая школа, новые возможности для тренерского состава – это стажировка и повышение квалификации в столичных условиях. Для талантливых воспитанников – билет в Москву с последующей практикой в главной академии клуба. Орловская земля всегда славилась своими талантами. Вот, если все здесь правильно организовать, все сделать профессионально, я думаю, что мы должны как минимум быть ФНЛ, на мой взгляд. Для юных футболистов Сергей Кирьяков провел мастер-класс. Иногда футбольный матч происходит в самых неожиданных погодных условиях, допустим, во время дождя. Но вратарю, например, некогда на это отвлекаться. Его задача – не пропустить гол. О, чувствуется рука. Точнее, нога профессионала. С августа прошлого года по всей стране в рамках динамовской программы развития российского футбола уже появилось 17 таких школ. Их число будет только увеличиваться, заверили в клубе. Сергей Прошкин, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».